Пинская центральная больница сегодня один из 9 межрегиональных медицинских центров Брестской области, объединивший 5 соседних районов. Ответственность за оказание своевременной и грамотной медпомощи здесь повышенная в разы, как и требования к оснащенности, особенно в условиях пандемии. В первую очередь это, конечно же, тяжелое оборудование, это аппараты МРТ, аппарат КТ и ангиограф. Это в первую очередь должны быть данная такая аппаратура. Она здесь уже есть. Вывести диагностику, а значит и лечение на качественно новый уровень в районных больницах позволил республиканский проект по реагированию на COVID-19. Благодаря займам Международного банка реконструкции и развития уже 4 больницы в области получили новейшие компьютерные томографы. Огромная сегодня проведена работа в области за последние эти годы по усилению материально-технической базы. Это строительство поликлиник, это установка аналогичных КТ, это модернизация реанимационных коек, это усиление всех подразделений, те, которые работают сегодня с ковидом, кислородными точками. Новый томограф стоимостью более 1 000 000 рублей стал третьим в Пинске. На подготовку помещения, которой занимался местный стройтрест, было выделено более 280 тысяч рублей. В центральной больнице аппарат установили в грязной зоне. Это позволит существенно ускорить диагностику, а главное – провести ее с максимальной точностью. Сейчас мы просматриваем прямую проекцию. В основном идут больные с пневмониями. То есть данная диагностика позволяет нам увидеть пневмонии, все, которые есть изменения в легких. Этот аппарат, он 128-скановый. В отличие от того, который у нас уже имеется старый, там всего было 2 скана. На этом 64 раза аппарат мощнее. Более мощный, точный и быстрый томограф позволит увеличить количество обследованных пациентов от 80 человек и выше. Работать он будет в круглосуточном режиме. Следующим объектом в области, где появится аналогичный томограф, станет онкодиспансер в Барановичах. Поставка оборудования и открытие кабинета запланировано на текущий год. Татьяна Будгусаим, Людмила Салзина, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».